Коллеги, уважаемые гости, я сегодня вот буквально несколько минут тому назад провел короткую рабочую встречу с нашими гостями, хотя уже язык не поворачивается называть наших партнеров гостями, особенно для руководителей районов, где компания представлена непосредственно. Андрей Кикшиныч, Валерий Горяевич, Виктор Николаевич считает их уже своими добрыми друзьями и земляками. Но и в целом республика расценивает наше сотрудничество с публичным акционерным обществом «Лукойл» не просто как деловое сотрудничество, а уже как традиционные дружеские взаимоотношения. Это в первую очередь, безусловно, проявляется в рабочих моментах, в той деятельности, которую компания ведет и осуществляет на территории Калмыкии. Мы видим, что за последние несколько лет, с тех пор, как мы подписали соглашение, действующее рабочее соглашение с президентом компании Вагит Юсуповичем Олегпировым, «Лукойл» серьезно продвинулся, в первую очередь, в своей хозяйственной деятельности. Эффективно, практически в полную мощность работают головные береговые сооружения, эффективно работают все структуры, привязанные к этому основному объекту на территории республики. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что те задачи, которые компания перед собой ставила по развитию Филоновского месторождения, они реализуются и реализуются не без участия нашего региона. Я очень рад, что за эти годы у нас, повторюсь, сложилось доброе, хорошее сотрудничество, эффективное сотрудничество. И помимо всего прочего, конечно же, это в первую очередь видно по той работе, которую компания ведет, которую относят к категории так называемой социальной ответственности. За прошедшие годы все жители республики, подчеркну, все жители республики ощутили на себе внимание компании. Это связано и со здравоохранением, с образованием, в сфере культуры. Я не берусь сейчас и не буду перечислять намеренно все те объекты, которые были уже построены или реконструированы с помощью компании. Всем известен план, который был опубликован в конце прошлого года, несколько месяцев тому назад, на текущий 2018 год. Это очень серьезные социальные объекты, которые республика, безусловно, бы сделала, но сделала, конечно же, с большим серьезным временным разрывом. Благодаря компании нам эти разрывы удается сокращать, и мы не можем не отметить, что и в будущем, в перспективе, с учетом роста производственных мощностей компании, мы, безусловно, это увидим и в той мере социальной ответственности, которая ощущается сегодня жителями нашей Калмыкии. Я убежден, что сегодня в рамках работы круглого стола мы обменяемся мнениями, мы услышим о новых перспективных планах компании. Конечно же, коллеги, руководители ведомств, руководители муниципальных образований поделятся своими впечатлениями о том, как это сотрудничество происходит сегодня. В целом, хочу надеяться и верю, что результаты нашего сегодняшнего общения выльются в серьезные дела на территории Калмыкии. Спасибо. Начнем работу. Спасибо, Алексей Маратович. Ну, данных...